Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. И сегодня мы с вами обсудим несколько новинок 8-го каталога и, в принципе, мой основной заказ. Итак, первое, что бы мне вам хотелось показать, это, конечно же, то, что у нас обновилась накопительная программа Faberlic Club. И сейчас, конечно же, покупать у кого-то невыгодно. Лучше всего регистрироваться, потому что все ваши заказы весят какие-то бонусы. Эти бонусы переводятся в баллы. То есть, на сколько баллов вы сделаете заказ, столько бонусов вам и начислится. И по итогам следующего периода, то есть если вы оплачиваете заказ до конца каталога, вам начисляются бонусы. И от 5 бонусов вы можете уже забирать подарочки. Да? То есть вы купили, допустим, в компании Faberlic футболку и кроссовки, или туфельки и платья, да, или порошок для стирки. И, конечно же, это все пересчитывается, и не только срабатывает скидка 20%, но еще и мы с вами получаем подарки. Я забрала два таких вот подарочка. Каждая масочка – это 5 бонусов. Ботаника – вот. Это маска для лица с иглицей и радиолой розовой. Она укрепляет и подтягивает кожу, способствует процессам обновления. Вот, да, смотрите, какая у нее аннотация, улучшение микроциркуляции и так далее, и так далее. Эта масочка идет 40+, но я редко ей, но пользуюсь, потому что она, в принципе, недорогая. Она идет 10 мл, артикул 0713. В принципе, они, их можно так просто заказывать даже, но в подарок, я думаю, это будет приятнее. Вот такие два подарочка я получила в заказе. И, вы знаете, я довольна. Я довольна, потому что ну, не всегда можно получать подарки в магазине. В магазин мы приходим, конечно, в первую очередь мы смотрим на ассортимент, на качество и так далее. Да? Компания Faberlic – собственный завод, собственное производство. И, конечно, мы с вами застрахованы от подделок, от накруток, да, чтобы от мелких поставщиков не переходило к крупным. И, ну, от крупных к средним, от средних к крупным. То есть мы минуем с вами череду, как сказать-то, даже посредников, и с помощью этого мы экономим на покупках. Еще и для зарегистрированных идет скидочка 20%. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это тушь. Она в каталоге, который действует до 04.06, идет со скидкой, любые две за 169. То есть вы их добавляете в корзинку, и они в стадии промо пересчитываются. То есть в корзине они будут дорого, а в промо они пересчитаются, в самой накладной уже. Да? Что хочу сказать, это тушь. Очень-очень интересная тушь. Она заявляется как объемная. Я заказала на данный момент, да, видите, я немножко содрала. Так, фокусируйся, пожалуйста. Так, артикул 5506. Вот, да, у этой туши. Она называется «Искусство объема». Она идет 10 мл. Очень интересная. Она представлена, вот я купила именно черно-коричневую. Также она есть в зеленом тоне. Да, то есть такой черно-зеленый, да, смотрите. И она есть в синем цвете и есть в темно-синем цвете, да, вот видите, они все идут по акциям, то есть вы можете купить одну зеленую, одну синюю, они у вас по акции сработают, то есть не обязательно это брать. Что хочется сказать по этой туши, я не заметила от нее удлинения, но объем у нее очень даже хороший. Да, давайте с вами посмотрим. Вот такая вот тушь, такая вот кисточка. Да, на камеру, я вам честно скажу, она кажется серо-черной, но она поярче. Я вот сейчас смотрю, да, может быть, это что, дневной свет, я днем видео снимаю, и скорее всего. Да, то есть, ну, она реально с коричневого. Давайте с вами на руку посмотрим. Вот она такая, серо-черная. Хороший объем, нормальный, она не осыпается, все хорошо, но девочки, у которых короткие реснички, и густые, да, вот, допустим, как у меня густые и короткие. Эта тушь, она не удлинит ваши реснички, вот это я заметила. Хотя она хорошо ложится слой на слой. И самое классное, что она дает эффект неугольно-черных ресниц, то есть взгляд такой получается нежный, приятный. И
Мне не хватило цвета, мне не хватило яркости. Я все-таки люблю что-то ультрачерное, еще что-то, да. Но если вы за натуральный макияж, эта тушь очень хорошо смотрится натурально. И что я заметила, мне очень понравилось красить ею именно нижние реснички. А нижние реснички смотрятся реально классно, натурально, красиво, здорово. И прям никаких нареканий к ним нету. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это... Моя долгожданная встреча, это моя долгожданная радость, это вот такая вот подводка и тушь. Это стойкий макияж называется, да, водостойкая подводка и водостойкая тушь для ресниц. Она идет тоже в скидке, со скидкой 499 рублей в этом каталоге, то есть вы добавляете это и это, столько, сколько хотите, то есть акция кратная, и в итоге у вас оно пересчитывается в разделе промо-акции. Вот, что хочу сказать. Красотища. Я очень долго ждала. Значит, минуточку. Так, водостойкая подводка для глаз. Stay On. Она идет 1,2 мл. Быстро сохнет, да, не растекается, да, не размазывается, да. Артикул 5460. Она идет черная. Обалденная подводка, она у нас уже была, и очень много блогеров, я смотрела видеообзоры блогеров, очень много, они говорили, что зря ее убрали, да, вот эту вот подводку, она на самом деле, видите, она слегка такая глянцевая, но она не осыпается и ничего, это просто шикарно, она как фломастер, да, и вот если у вас есть затруднения с... жидкой подводкой, которую надо наносить, и не всегда получается ровно, то вот эта подводка, вы ей не будете вообще абсолютно никак мучиться, и это здорово, конечно, и классно. Далее, что хочу сказать про тушь. Я и покрасилась, походила ей в день, то есть продукцию я получила уже не сегодня. Водостойкая тушь для ресниц, артикул 5472, она идет 10 мл. Вот, моделирование, удлинение. Да, она удлиняет, но не сильно. Удлиняет, но не сильно. Она такая пушистенькая, симпатичная. А на ресничках смотрится ровно, хорошо. А кисточка тоже удобная, классная. Но самое, что главное, что мы в жару можем не волноваться за свои реснички. А я ее тестировала так, как у нас было холодно, когда я ее тестировала. А мы с дочкой вечером пошли купаться в ванну. То есть я сидела около ванны горячей, она купалась. Понятно, что все стекла, все запотело. И получается, что была очень сильная влажность. Так вот, эта тушь, она очень даже все это выстояла, хотя мы купаемся минут по 40 даже, да, то есть она, моя дочка младшая, это вообще русалка, русалка русалкой. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, это такой вот карандашик, это тоже новинка. У него артикул, не хочет фокусироваться, 5477, да, то есть он очень такой интересный. Да, смотрите, тут идут такие вот вкрапления. Он с такими блесточками идет. А, кстати, мне он очень так понравился. Да, видите, они такие не сильные, да, вот если потолще нанести. Карандаши, кстати, мягкие. Вот видите, я кончик отломила, потому что показываю на камеру, да. То есть он не угольно-черный, этот карандашик. А, классно будет лежать, выделять. Вот эти вот все, да, глазки будут выделять здорово, да, то есть это карандаш для глаз. Такое благородное сияние, я бы так его описала. Вот, он мне, да, он мне понравился. Он, его можно порастушевывать, кстати, кисточкой, да, то есть он может растушеваться. Да, и если вы его будете растушевывать, то остаются такие вот блесточки, да, больше блесток, меньше цвета, да, вот как вы видите. Очень интересный, конечно, карандашик, с удовольствием его израсходую, но больше заказывать не буду, потому что вот этот карандаш водостойкий, я его люблю, я его обожаю, я его заказала сразу две штуки, и еще закажу штук 5 и всем подарю своим родственникам, потому что, ну, просто невероятно крутая штука. Кто любит подводку, вы знаете, это реально находка, и он реально недорого стоит. Вот, далее, что бы мне вам хотелось показать, это
шикарные, на мой взгляд, помады. Они классно ложатся, они классно сидят, они увлажняют губки, губки с них не сохнут, ничего. Они заявлены как стойкость цвета за счет воска с кристаллической структурой, получаемого естественным путем. Интенсивный цвет, очень плотный, хорошее, ровное нанесение. Она в течение нескольких часов, если вы, конечно, много не кушаете, она не забивается в морщинки на губах, да, то есть вот эти вот продольные. То есть, ну, вообще здорово. Ухаживающие свойства в ней есть такие, как они дарят губам мягкость, а текстуре помады блеск и бархатистость. Вот она на самом деле какая-то такая блестящая, бархатистая. Я заказала два оттеночка, как вы видите, я уже ими покрасилась. Да, давайте с вами посмотрим оттеночек. Не хочется фокусироваться. 44,05. Я вам хочу сказать, что в самую жару она, скорее всего, растает. Она, скорее всего, растает, да? Вот, видите, 44,05. Очень хорошо смотрится, очень хорошо на губках ложится. Она до такой степени приятная, да, ей хочется все время краситься и краситься. Да, то есть вот она в каталоге, 44,05, да, как вы видите. Практически цвет совпадает, если вот даже риснуть немножко, да, вот почти-почти, да, очень хорошо передан цвет. Я его заказала. Но он в жизни, как вы видите, ярче. Он немножко ярче, чем в каталоге представлен. Вот. А вторая помада – это прям нюдовый нюд. Потому что она практически бесцветно идет на губах. Я ее тоже с удовольствием красилась. С удовольствием ее наношу. Ну, просто шикарно. Вот кто любит часто краситься помадами, вот это просто шикарно. Артикул у этой помадки – 44-111. Вот она такая в каталоге, так вот представлена, да, то есть она светлее, чем в каталоге. А называется стичный нюд, минимали стичный нюд. Ну да, она смотрится хорошо, здорово. Я еще, знаете, могу покрасить губки чем-то более насыщенным, да, и посерединке вот покрасить вот этой вот помадкой, получается, как будто губки становятся пухлее, да, визуально, то есть по центру губ вот тут вот, да, вот в этом месте чуть-чуть сделать на тон светлее, и эта помада, кстати, тоже классно. Она и как самостоятельное средство, такая симпатичная, если вы выделяете глаза, да, то говорят, что губы красить не нужно или выделять их не нужно, да, но когда вы сделаете хороший макияж, то не накрашенные губы смотрятся пусто, и вот как раз эта помада, она очень даже подходит для этого дела, когда вы выделяете именно глазки, ну или просто увлажнить губки для того, чтобы они у вас не сохли. Вот, поносила помадку, я скажу, что она нормальная по стойкости. Такая же, как Secret Story, а кто ее заказывал, да, то есть Secret Story это вообще моя любовь. Вот, следующее, что бы мне вам хотелось показать, это, конечно, вот эти вот все лаки. Их 5 штучек у меня, да, как вы видите, вот 5 штучек. И я покажу вот на этой же, на этом же образце, где я показывала предыдущие, да, лаки. Все вы знаете, что у нас недавно появились такие вот новинки, я их уже показывала в прошлом обзоре. Ну и давайте начнем с синей. Синяя — это у нас идет 1001 ночь, артикул 7401. Он идет практически черный, я бы так сказала, да, как вы видите, практически черный оттеночек. Вот, и как он смотрится на палетке. Ой, капнула. Ну, простите меня за неаккуратность. То есть вот нанесение плотное, с первого слоя он будет, может быть, немножко и просвечивать. Да, вот смотрите, это первый слой. Цвет, в принципе, шикарный. Создается такой глянец, очень красивый глянец. Так, далее какой у нас будет оттеночек? Это оттеночек, минутку, 7402. Вот он так представлен в каталоге. Ох, не могу раскрутить. Еще не раскручивала его. Потому что пока у меня лак Secret Story.
на губах, ой, на ногтях, да, 7402 оттенок. Ну, как вы видите, он очень отличается, да, очень, прямо очень. Так, давайте посмотрим с вами этот оттеночек. Кстати, этот лак очень быстро высыхает. Вот такая вот красота. Следующий оттеночек у нас с вами пойдет. Это 7432. Так, 7432. Потеряла. А, вот он. Вот он, да, видите, какой он розовенький. Сейчас мы с вами посмотрим его. Как он на самом деле. О, ярче. Он идет ярче, чем представлен в каталоге, как вы видите. Очень даже такой насыщенный, классный цвет. Яркий такой, слегка люминесцентный, я бы даже сказала. Давайте посмотрим, как он смотрится. Да, вот такая вот красота. Ну да, симпатичный. Яркий. Ну и последний у нас с вами оттеночек. Нет, предпоследний. Это 7403. Это обжигающая арабика. Так вот он представлен в каталоге. Давайте посмотрим. Мне кажется, что он темнее будет, чем... Нет, он более шоколадный. Да, смотрите. Более такой шоколадный. Более такой симпатичный. Глянцевый, да. То есть вот фотографии в каталоге, они не передают того великолепия глянца, какой он есть на самом деле. Лаки, они вообще очень такие блестящие, насыщенные и... Реально прям, видите, они как зеркальные такие. Даже отражение свое можно увидеть. Они очень красиво блестят. Прям очень. И последний оттеночек. Это у нас с вами 7404. Он называется «Цветочек пустыни». Да, такой красный, женственный. Да? Давайте посмотрим. Да, то есть он немножко идет потемнее. Кстати, этот лак, он сам распределяется. Если вы его немножко неровно нанесли, он буквально за секунды растекается сам по ногтю, как ему нужно. Вот это мне очень-очень понравилось. Да, видите, мы с вами наносили, лак был неровный, но он стал практически ровный. Да, то есть синий, мне кажется, придется в два слоя наносить, но остальные все в один слой. Симпатичные, да? Смотрите, какие глянцевые. Прямо обои видно, как отражается. Обои, камера, все видно. Красота. Мне они очень понравились, эти оттенки. Они очень оригинальные. Яркие такие, броские, да? Вот. Ну и, конечно, давайте с вами посмотрим. Следующее это пудра бронзант. Это пудра бронзант. Сейчас закрою. Очень интересная вещь. И что меня расстроило в ней? Нету ни кисточки, ни спонжика, то есть ничего. Я даже тут поковырялась, постояла, да? Артикул у нее 6149. Да, что еще? Еще то, что она, в принципе, очень пигментированная и классная. Да, давайте посмотрим. Пигментированная и классная, но я ее вот такой вот кисточкой наношу. Именно кисточкой. На кисть она набирается здорово, как вы видите. Прям великолепно. И на руку она тоже у меня нанеслась здорово. Нежный оттенок загара будет. Единственное, что если вы берете вот эту вот вещь, вам нужно сходить в магазин и купить кисточку. Иначе вам будет нечем ее наносить. Как-то вот
руками нанести ровно. Я не знаю, получится ли у вас. Да, давайте сфокусируем. Видите, такие нежные оттеночки. Очень хорошо. Ну, в общем, нареканий нет. Это серия Secret Story. А серия Secret Story — это всегда великолепное качество. Всегда. Я вот ни в одной... Если, да, вот знаете, если у меня было разочарование в Secret Story, то только тогда, когда мне, допустим, не подошел тон. Да, то есть не подошел тон. Вот только тогда. Так, нечаянно порвала каталожик. Ничего страшного. Следующее, что бы мне вам хотелось очень-очень показать, это запеченные тени для век. А, я их недавно покупала, но они у меня успешно, мгновенно закончились, когда до них добралась дочка и искрасила весь голубой оттенок на пол. А, это произошло очень быстро. Она прям так подковырнула их, и все, и вот все. И осталась я без теней, и пришлось мне их... заново заказывать, да, но по идее девочки пишут и говорят, что их хватает на 3 года, на 5 лет. Это на самом деле классно. Запеченные тени для век. Я заказала оттенок, минутку, давайте посмотрим. Я заказала оттенок 56-18, и этот оттеночек называется «Сапфировое счастье». Это обновленная серия, у нас раньше были запеченные тени для век. Они очень хорошо смотрятся. Они очень красиво ложатся. Я их очень-очень люблю. Да, давайте посмотрим. Очень классные, насыщенные. Их можно наносить влажным способом. Их можно наносить сухим способом. И вы знаете, вот этот оттенок, когда вы его наносите, то есть я пользуюсь кисточкой, сразу вам честно скажу. Я пользуюсь кисточкой. И, как вы видите, они очень хорошо пигментированные, да? Вот что на пальце, что тут. Очень хорошо тушуется, очень хорошо наносится. И их реально надолго хватает, если не отдать это своим маленьким детям. Да, очень красивые тени. Я вам их рекомендую, вы будете довольны. Потому что их наносить одно удовольствие. Они стойкие, они хорошие, они не осыпаются. Они просто великолепные. Но наношу я их, еще раз повторюсь, кисточкой, потому что, да, видите, они такие блестящие еще. Но блеск этот благородный. Вы не будете как новогодняя елка с ними. Вот, матовые тени у нас, конечно, тоже есть, и это здорово, да, но я вот больше предпочитаю именно такие тени, и очень-очень их люблю. Извините, да, очень-очень их люблю. Далее, о чем мы с вами поговорим, это следующее, что бы мне хотелось показать, да, во-первых, вот обратите внимание на лак, который у меня сейчас на ногтях, это оттеночек 7325, я очень люблю Secret Story, именно вот эти вот песочные лаки, они не так ярко и красиво представлены в каталоге, как они смотрятся в действительности, да, то есть они намного красивее. Далее, поехали с вами, вот этот флюид. Он идет 20+. Он меня очень сильно удивил. Он до такой степени классно преображает кожу. Мне 33 года. Да, и вот этот флюид, когда я его нанесла, он просто великолепно великолепно преображает кожу. Кожа становится, знаете, как у ребеночка, такая розовая, ровненькая, приятная, красивая, поры уменьшаются и так далее, и так далее. Это серия Aquasmart. Вот она идет на основе креатина, экстрактов ламинарии и семян льна и овса. Значит, ультраувлажняющий крем-гель для лица, он идет 50 мл, вот который у меня сейчас в руке. Артикул у него 0717. А насчет 12 часов увлажнения я вам не подскажу, но я скажу, что кожа буквально через минуту преображается и становится реально такой красивой, свежей, дышащей, сияющей. Это на самом деле так. Даже женщины 33 года это замечают. И я также его нанесла своей девчонке знакомой, ей 46 лет, и она
сказала: «Боже мой, какая штука классная, закажи мне». Я говорю: «Нет, регистрируйся, я твои подарки забирать не собираюсь, потому что есть программа Фаберлик-клуб, у тебя, говорю, агентский пункт под боком, давай я тебя зарегистрирую, иди по стартовой программе, полгода будешь получать подарки по стартовой, и будешь получать еще вдобавок 20% скидку, зачем я с тебя буду брать, и, конечно же, будешь получать еще и подарки по программе Фаберлик-клуб». Поэтому регистрироваться намного выгоднее, чем бы вы у кого-то покупали. Да, у кого-то, тем более есть внутренние распродажи, 1 плюс 1 равно 3 и так далее, и так далее, и так далее. Там очень много распродаж внутренних, о которых вы абсолютно не знаете. Вот я сейчас могу взять 3 парфюмерных воды новинки следующего периода, а заплатить только за 2. Да, вот. Так что это просто круто быть просто быть консультантом компании Фаберлик, просто покупать для себя, и реально в магазине дороже, чем у нас, и это уже факт, потому что у нас как раз вот это вот. И, конечно, почему же я сегодня взяла телефон, который неожиданно зазвонил, это потому что я очень-очень захотела вам показать кое-что. Так, это мебель, нашу новую квартиру. Вот что я вам хотела показать. Смотрите, кофточка. Я думаю, всем видны вот эти вот пятнышки. Да, я сейчас вам рассказываю про отбеливатель. Шикарная вещичка, я бы так сказала. Что с этой кофточкой приключилось? Во-первых, это пятнышки, поставленные от одуванчика, да, как вы видите, да. Это одуванчик. Ребенок набрал букет, их нюхал, и получилось вот таким вот образом, да. И во-вторых, эта кофточка по какой-то причине попала в стирку с черным бельем, и она стала серая. Значит, что мы сделали? Мы положили, нашли старую мисочку, положили этот отбеливатель в эту мисочку в очень горячую воду. То есть мы ее практически вскипятили. Она была градусов 70-80, да. Вот таким вот образом у нас пострадало нижнее белье, потому что каким-то образом оно тоже покрасилось, оно тоже попало не туда, куда нужно, как вы видите, да, прям серые оттенки. Так, минутку, да, прям вот. Видно, что вот серое. Именно это не грязь, это именно покрасилось белье, да, вот эти вот стали. Оно было кремовым, а стало. Так вот, нижнее белье отбелилось только вот эта вот хлопковая ластовица. А вот это вот осталось, так как это синтетика, оно осталось серым. Да, то есть он не стал работать. Вот так вот мы его замачивали. Обратите внимание, какая вода стала черная. Буквально мы его сначала положили. Он вспенился, да, на плите. Он вспенился, стал расти. Мы увидели, что реакция пошла. Мы опустили туда и нижнее белье в старенькую мисочку, да, и опустили туда вот эту вот кофточку, новенькую кофточку, но постиранную с темным. И, как вы видите, доставая прямо из миски, мы уже увидели, что пятен нет. Абсолютно нет пятен. И это просто шикарно. Я довольна этим отбеливателем. Но отбеливатель есть отбеливатель. И у нас немножко посветлело вот это вот рисуночек. Да? Как вы видите, тут рисуночек был намного интенсивнее. Тут он уже стал намного такой более яркий. Да? То есть выцвел цвет. Но, вы знаете, я довольна этим отбеливателем, я довольна им, да, то есть вещь просто великолепная. Я вам сейчас сфокусирую аннотацию, пожалуйста, ставьте на паузу, почитайте состав, меры предосторожности. Он идет 500 грамм, то есть он будет долгоиграющий. Меры предосторожности, условия хранения, тут все указано, артикул 110-49. Также хочется сказать, что он экологически чистый, безопасный, не наносит вреда окружающей среде, но он не 0+. Он не 0+, тут можно делать стиркой, можно выводить пятна, можно замачивать. Это новинка, просто шикарная новинка, и стоит он, ну, реально дешево, то есть... Сколько вещей вы им спасете, отдадите вы всего лишь 279 рублей. Я довольна. Я сама все испытала на практике, и мне это очень понравилось. Вот, далее, что бы мне вам хотелось сказать, будут
купальников, очень много новинок купальников. Я их заказала, но они все упали в автозаказ. Их все нету, платья новые появились. Вот. И перейдем к оставшимся вещам, которые уже не новинки. Попробовала я чай с жасмином зеленый. Зеленый чай пью, жасмин не люблю. Тут прям яркий аромат жасмина, 20 фильтр пакетиков. А кто любит жасмин, так вот знаете, прям жасмин тут идет. Да, артикул 151.30. Да, то есть состав тут идет зеленый байховый китайский мелколистовой чай и цветы жасмина. Вот такая вот красота, которая мне не понравилась. Но вот гости приходят, пьют, им очень нравится. Им очень нравится. Я заказала пару пачечек, пока он есть в наличии. Симпатичная новинка. Да, я знаю, что вот я работала просто в магазине. Чай с жасмином покупается очень часто в магазине. И его постоянно нету. Его постоянно поставщики привозят. Все равно его раскупают. Поэтому я точно знаю, что огромное количество людей пьют именно зеленый чай с жасмином. Но жасмин я не люблю. Вот. Также я не люблю очень мед. Да, поэтому... Вот. А также дезодорант я получила за рубль в подарок. Я про него забыла снять обзор. Так он у меня стоит. Да, такой вот он прозрачный. Он идет с эффектом хлопка. Его на самом деле хватает надолго. 48 часов он выдерживает. Вот. Он идет 0% спирта. И, конечно, он не оставляет белые пятна на одежде. Это точно, да, то есть смотрим. Высыхает он не так-то и быстро. Хотелось бы быстрее. Также у меня закончилось универсальное антибактериальное средство. Оно идет без цвета, без запаха. Предназначено для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных и так далее. А я еще пшикаю у дочки им игрушки. Да, оно идет 300 мл, тоже биоразлагаемое, экологически чистое, не тестируется на животных, прошло добровольную сертификацию. Да, то есть мы все с вами знаем, можно проходить ее, можно не проходить. Она не обязательная, но компания Faberlic тестирует и проходит. А также, как вы видите, растительное происхождение, безопасно для человека. Да, вот у него идет состав, меры предосторожности, способы применения. Вот. И, конечно же, артикул 111.36. Интересная такая вещичка. Крышечку, к сожалению, я уже... Он у меня закончился. Да, то есть он такой вот нежненький. Да, как вы видите, очень нежно распыляет. И абсолютно без цвета, абсолютно без запаха, вообще ничего. То есть просто... Просто спокойствие за то, что вы обезвредили что-то, да. Далее, значит, что у нас идет, это 2285 сила минералов, зубная паста для всей семьи, кислородная, профилактическая, она идет 75 мл, предназначена для систематического ухода за полостью рта утром, вечером. Я ей не чистила зубы долго, но могу сказать, что она очень сильно мятная, я ее попробовала. Она приятная, такая густенькая, как вы видите, и очень сильно мятная. Прям очень. Вот. Далее, так, Аквасмарт я вам сказала. Заказала ультракондиционер для белья. Очень люблю аромат именно орхидеи. Он идет с аромакапсулами. Артикул 112.34. Вещь классная, симпатичная. Что хочу про него сказать, то что он, ну как и вся косметика для дома, он безопасный, экологически чистый. Тут написаны дозировочки. Очень удобный колпачок. Когда вы наливаете в машинку, да, вот смотрите, да, какое оно. Очень резкий аромат и очень резкий, он концентрированный. Если вы нальете вот больше этого, то вы просто задохнетесь, когда откроете машину. Да, и когда вы добавляете в колпачок, выливаете, да, обратите внимание на этот ограничитель, очень удобно. Вы потом закрываете, у вас ничего не стекает по бутылочке. То есть не только обалденный аромат орхидеи, очень его люблю. Также хочу похвалить водный спрей-освежитель «Тропический бриз». Очень мне понравился, буду заказывать еще. Ну, прям
Аромат тропического бриза. Нежный, нежный, легкий, легкий. Красивый, красивый. Приятный, приятный такой. Шикарный, да? Все вы знаете, что он осаждает частицы пыли, опускает их вниз. Он делает не только приятный запах, он не только запахи нейтрализует, но он еще и наш воздух облагораживает, да, вот этот вот водный спрей. Так, артикул у него... А так, 345 миллилитров, артикул у него 112-26. Вот, тут есть состав на основе растительных масел. Вот, меры предосторожности. И все-все-все есть. Да, как вы видите. Тоже, да, видите этот значок. Растительное сырье безопасно для человека. Что очень приятно, когда в доме, конечно же, есть дети, а не вот эти вот озоновые магазинские штуки. Да, которые... Вроде бы и пахнут вкусно, но нет. Далее, по программе VIP, да, я VIP-консультант со стажем более 4 уровней, то есть более 30 каталогов подряд. Я уже делаю 100 баллов личного оборота. И вот это вот я заказала 2 продукта с 70% скидкой. Этот спрей я заказываю часто, потому что прически я делаю часто, следить за собой я люблю. И для меня он играет такую функцию, как защита от перегревания до 220 градусов. То есть смотрим с вами артикул 8994. Вот у него аннотация. Очень много, очень прямо много. Он придает волосам объем, упругость, да, обеспечивает управляемую укладку и подвижную фиксацию, да. И вот то, что мне нужно, это защищает надежно волосы при температуре до 220 градусов по Цельсию. Легко расчесывается. Счесывается и смывается, действует в течение всего дня. На самом деле штука классная. Да, перед использованием энергично встряхнуть. Штука классная, это спрей. Можно наносить на сырые волосы и укладку делать феном. Можно как угодно. Это обычная простая водичка. Очень приятно, кстати, так легко, сладенько пахнет, ненавязчиво. Ну и, конечно, все мы с вами знаем кислородный бальзам. Это уже не новинка, я его очень люблю. 70% скидка, это просто великолепное приобретение, я бы так сказала. Артикул 0254, и можно даже попку новорожденных деток мазать. Да, то есть от раздражения, от всего он очень помогает хорошо, но он будет немножко пощипывать, да. Вот, для всех типов кожи, да, этот бальзам идет, он содержит 20% нашего новофтема О2, без которого кожа не дышит, да, то есть, и, конечно, он содержит тумерин, который делает нам антиоксидантный эффект и защищает наши клеточки. Вот такая вот классная штука. Он идет голубенький, очень приятно пахнет, очень приятно свежестью такой, да. А также он стимулирует синтез коллагена. Ну, я чувствую, что он еще идет как усилитель, для, как проводник для крема, да, то есть очень хорошо, да, то есть с новофтемом крем на самом деле лучше работает, вот, то есть такой вот флакончик синенький, да, вот, он идет с защитной мембранкой, ну, он такой прозрачно-голубенький, да, у него есть открытый просто, вот, еще не закончился, поэтому я этот пока не буду вскрывать. Ну, вещь просто классная. Ставьте, считайте. Аннотацию можете почитать на сайте про него. Вещь просто невероятно крутая. И когда его отправили на перевыпуск, делали новую упаковку, добавляли в его состав тумерин, мы просто все были в шоке, что нам без него делать. Потому что все к нему привыкли, все без него не могли. Я его, кстати, брала на Шри-Ланку, чтобы... Нам компания оплачивает драгоценным директорам поездки в разные страны мира ежегодно. И я его брала на Шри-Ланку, чтобы нашу кожу, которая может где-то подгорела, может где-то пересохла, потому что смена климата, акклиматизация, так далее, он мне очень помогал. Помогал не сгореть, а если я сгорела, помогал быстрее вылечить кожу. Также он снимает зуд от укусов комаров, в общем, снимает раздражение от ожогов и так далее. То есть про него можно говорить вечно, вещь реально классная. А также вот такие вот наклеечки я заказала.
Да, артикул 7394. Очень интересный у них способ. Да, вот, пожалуйста, поставьте на паузу, подсчитайте. Наклеечки держатся великолепно, замечательно. Ну, дней 5-7 они у вас будут держаться. Очень интересный узорчик. Да, переводные наклейки для дизайна ногтей. Ну, приятные такие, да? Да, только светлый фон. Вот, и последнее, я надеюсь, я все перечислила, последнее, что мне вам хотелось показать, это такие шлепки. Они шикарные, неудобные, они простенькие такие, обычная резинка, когда я их доставала из пакета, пахло этой резинкой, да, то есть они прочные, они у меня не рвутся, ничего. Как вы видите, я их еще не носила, но почему я это говорю, потому что в компании Faberlic такие шлепки с другими рисунками уже выпускались. Единственное к ним нарекание, это если вы их будете носить каждый день целый год, я в них ходила одно время дома, то вот эти вот места, именно вот эти вот места, начнут стираться. Но они уже, в принципе, и подошва где-то продырявилась, где-то что, просто заказать новенькие, да, просто на жару классно ходить в них, и по улочке шлеп-шлеп и так далее, да, как вы видите, они в цвет. Ну что ж, дорогие коллеги, я думаю, что я была вам полезна этим обзором. Это новинки были восьмого периода и не только новинки. Я желаю вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения. И, конечно, когда вы что-то покупаете, вы уже будете видеть и знать, что вас ждет и что вам придет. Была быть рада вам полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень-очень приятно. Всем пока-пока, до встречи в новых видео. Сегодня придет огромный заказ новинок по девятому периоду. Я постараюсь их прямо сегодня и снять.